последнее время, вот не знаю, вот больше хороших откликов на песни, но все ждут, ждут еще что-то новое, записи новых, новых съемок. Народжаны мінчанін Алексей Тарашкевич пражыў у Магілёве амаль усё сталае жыццё. Таму не дзіўна, што менавіта родны горад і яго жыхары галоўныя героі песень аўтара, што працуе пад псеўданімам Лёха Зарыфмаваны. Ад Первомайскай возле ЦУМа да Кітайскай сцены, там сегодня будут ждать меня пацаны. Ва-ба-ба-ба, ва-ба-ба-ба-ба-ба. Это мой город. Зараз аўтар заняты запісам новых трэкаў і рыхтуе дэбютны альбом. Усё сведзецца, параўняецца. Красоту наведем, все будет круто. У вершах Лехи знайшли место усе знаковые места города, с кожным связанные успамины. Уже много связано в моей жизни с этим городом, поэтому, ну, как бы здесь я записываю треки, и здесь масса людей, которые дарят море позитивного настроения, вот, вдохновляют. У якости эксперимента трек-музыки мы пропоновали послухать горожанам, не прихильникам рэп-индустрии. Как вам? Очень даже ничего. Хорошая песня. Красивая песенка. Действительно, патриот написал своего города. Мы тоже любим Могилев. Но очень хорошо, что такие люди есть, которых даже наш город вдохновляет на песню. Все же должны петь про свой город. Все должны восхвалять свой город. Мы же здесь живем. Если человек любит свой город, конечно, оно будет нормально для каждого человека. Но вы свой город любите? Да. За что? За его красоту. Интересно. Слова интересные. В первую очередь надо любить город свой. И вносить в свой город добро, как можно больше добра. И хотя заздросники обвинувают Леху в несоправдности лирики, он гне свою линию, бо по меркованию уличного трубадура все, что идет от сердца, пригожа. Седа Каспарова, Александр Тарасов, Новина регион.